Не пропустите, только в подробностях недели. Кража века, чей Крым? Из Киева до Новоалексеевки, потом на перекладных, я еду в аннексированный Крым. Год под чужим флагом. Хотят ли крымчане обратно? ЖКХ, живите как хотите. Чому бідні, пенсіонери, вчителі повинні покривати дефіцит бюджету? Тариф неподъемный, больше, чем пенсия, совсем скоро. А де наші олігархи? Бизнес на жалости. Вот я работаю уже чуть больше часа, за это время я заработал что-то около 100 гривен. Кому реально идут деньги, которые мы жертвуем волонтерам? Три десятка лет отчуждения. Теперь здесь будет город сад. Вот эта часть секретного военного объекта СССР, Чернобыль-2, эксклюзив подробностей недели. Все, чем запомнится эта неделя, и даже то, что случится на следующей, в подробностях недели. Ровно в 8 вечера, в воскресенье.